Итак, Ирина, Андрей Андреевич, сын 34, говорит о том, что ему так интересно во сне, и он хочет выйти из матрицы, то есть из этого мира. Там ему лучше. Он провел СНГ-66 и от зла. Я его вымаливаю. Спасибо. Положите ему под кровать чашечку, перевернутую вверх ногами. И у него вот это состояние изменится. Также молодой организм обычно отдыхает. Человек на протяжении дня испытывает неврозы, стресс, нагрузки. Во время сна происходит отдых, и у человека смещается референтный индекс осознанности, и он думает, что во сне ему лучше. Если поставить чашечку вот так, развернутую вверх тормашками, то все изменится. Ему перестанет нравиться нахождение во сне. Вообще я могу сказать, что ничего в этом страшного нет, не нужно заморачиваться. Обычно это надоедает рано или поздно, ну и ни к чему плохому, в общем-то, не приводит.